В Таразе отпустили на свободу бывшего полицейского начальника, осужденного на 15 лет строгого режима. Напомним, экс-начальника управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом Мурата Умбеталиева приговорили к такому сроку за покушение на убийство коллег. Тогда между полицейскими после посиделки в ресторане произошла драка с поножовщиной. Апелляционная коллегия кардинально пересмотрела приговор и назначила 5 лет условно с еженедельной пробацией. Статью «Покушение на убийство» судьи заменили на более лояльное хулиганство и причинение вреда здоровью. Лишили Умбеталиева всех званий, запретили занимать государственные должности и посещать увеселительные заведения. К слову, именно с вечеринки в ресторане и началась ссора полицейских, а после продолжилась на улице. Тогда Умбеталиев, известный в регионе как Бамбук, ранил начальника районного отдела ЦОНа Марселя Жепспаева и главу управления криминальной полиции Ерлана Бектурганова, тоже теперь уже бывших. На процессе оба заявили, что к Умбеталиеву претензий не имеют. Известно, что после нашумевшей драки пострадали 9 полицейских, в том числе и начальники. Кому-то вынесли выговор, а некоторых понизили в должности. По данному делу ни областной, ни городской суд не дали никакой информации.